Всем привет! Меня зовут Лучин Кирилл, разработчик спринтов Nordstream. И с Александром у нас привет, продолжение друзья. Нашего рыболовного путешествия, открытия сезона. Мы с Оки переместились на любимое Чебоксарское захоронилище. На самом деле, честно говоря, прям каких-то глобальных задач лично у меня нет, потому что все, что надо тестировать, все, что надо производится. Но вот у Александра есть. У него есть новые крупные поролонки, и надо на них немножко постараться что-нибудь поймать. Посмотреть вообще, как они будут работать, как себя вести по разной рыбе. Вот. Ну и, собственно говоря, вот мы здесь покатаемся. Это будет не один день, сразу хочу сказать. Посмотрим, половим. Ну, что-нибудь поймаем хорошее, хорошо, не поймаем, ну, значит, не поймаем. Имеется в виду трофейный, что-нибудь поймаем по-любому. А, Сань, что, судак, щука, щука, судак, что нам? Да я думаю, что и то, и другое будем смотреть. Потому что весна нестандартная, что будет, непонятно. Будет щука, будем щуку ловить, будет судак, будем судака ловить. Короче, ловим все, что ловится. Да, ловим все, что ловится, пробуем, тестируем. Ну, и на старые приманки не забываем ловить, поэтому новые тестируем. Особо ничего, наверное, такого... нового не покажем, только, наверное, поролон. Ну, просто посмотрите, вместе с нами побывайте, условно говоря, на рыбалке. Как и что происходит, посмотрите. Ну, да. Мы тут еще решили поролонку оснастить, попробовать силиконовой юбкой по типу спиннербейта, чтобы увеличить массивность головы. Тоже будем пробовать, смотреть. Одна из рыбалок тестовых. По этой теме. Вот. Ну что, поехали? Поехали, все. Как бы на воде пора уже. Да. И смотри, она же освободилась прям, да? Отдай, отдай. На воблер. Щука не активна. Щука нас расстраивает. Но, как ни странно, клюнул не на джиг, а на воблер. На джиг тоже рядом поклевка была. Ну да, значит там что-то есть. Это жалко, да. Угу. Поймал. Санечка. Да? Вот и вниз сейчас спустимся. Опасность ловли воблером в закорежном водоеме. Нужен хороший отцеп и много терпения. У напарника. Потому что воблером-то ловлю я. Джиг оторвать не так жалко, а вот 160 макс квад как-то не очень. Ну ничего, мы сейчас делаем финт ушами, то есть вот на 12.35 поймали. Сейчас мы поставим что-нибудь 7.21, какой-нибудь 115 макс квадик, и будет просто прекрасно. Вот так и лазим потихонечку. Здесь чуть быстрее пойдешь, или редуктор накроется. Или перо отлетит. Или винт. Или винт, да. Не, ну винт нержавейка, им еще будет. А вот редуктор при этом может очень серьезно пострадать. Здесь, конечно, едешь вроде бы 4 метра 4 раз сразу на 1.5 метра. И какой-нибудь пенек торчит. Вот сейчас ехали, задели. Хорошо, потихонечку. Но когда медленно едешь, это не так страшно. Плохо, когда обороты высокие у винта. И скорость высокая. Двигатель на гидравлике, подъемники гидравлические, они не успевают отрабатывать, поэтому
удар на двигатель будет очень серьезный, если на скорости влететь. Ну так потихонечку, ничего, едем и едем. Ты что, с датчиком? Ой, сюда. Удачонок. Удачонок. Опачки. Вот он. Здесь под лодкой практически лежит мост старый. Проезжали, увидели, решили остановиться. Подумали, вот она трофейная точка. Не трофейная, наверное. Хотя, может, там кто и живет. Вряд. Нажми просто два раза. Не, не очень большой. Зачерпка надо, нет? Да. Ну давай. Все, припарковали. Держи. Четверочка? Да. Ну да, пятерочка. Через полтонки. Нет, все нет. Маленькая? Ну, она, да, не очень. Ну, сам факт. А заглотала ты как? Ладно, дорогая. Ага, все. О, шнурочек. Иди домой. Встали на очередную коряшку, все по классике, встали, пролавливаем, засовываем веточки, и под веточками она родная ждет. Ну, правда, это подмельче. Надеюсь, где-нибудь тут еще и парней стоит. Сейчас дождемся, посмотрим. Вот здесь бы, блин, посмотреть бы повнимательнее. Надо посмотреть мясные деревья вот здесь, посмотри. Вот здесь прям вот тема. Как с этим еще? Интересная тема. Но она, скорее всего, лежит на метрах трех. Нет. Я думаю, что нет. Вот интересная тема. Ну, встаем, да? Что, ох ты, давит, нужен подсак, нужен. Штопанный подсак наш. Ты его здесь нету. Ну, все нормально. Нормально. Смотрите, у нас есть фильтр, ровно год назад мы здесь с ним очень хорошо оторвались по крупной рыбе. Вот, и как раз у нас там подсак порвался, и вот здесь штопали прямо на месте. Кириллу сегодня везет больше, чем мне. У меня вот мелочь, а у него поровнее. Оп, пускай бежит. В прошлом году было лучше. Что-то прямо это. Решил побуянить. Да? Ну не трофей, нет. Но он просто решил какой-нибудь побуянить. Ну вот, кузачок. Ну смотри, какой борзый. Он маленький, но он дерется. Удачок. На червячок. О! У меня опять свобода. Вот. Ну, где? Вот, я тебе говорю, полкило. Тихо. Это что, раз судак? Это я таки не думаю, судак. Там такой...
вообще здесь. Да, 3 копейки стоит. Да. Можно 4. А еще посмотрим. Нет, 4. Аккуратненько. Опа! Красавочка. Недалеко от лодки. Хорошо так вдарило. Красава. И сразу надавило. Он просто вдаря палит. Хорошо давит. Сюда его, чтобы не выскочил через дырку. Ай, красавчик. Спиннинг, скальп, новый. 5.18, приманка. Ререндж 110. Сом. Нормально. Я думал, трофейная щука, а это головастик. Какой головастик. Так, вот сейчас, смотри, сколько там. Давай, подъема. 11, сейчас подожди, 12 ровно, минус сачок. Минус сачок, а мы сачок сейчас зависим. Да, господи, сколько на килограмм? Короче, десятка. Десяточка, да. Все, не могу больше. Прям сахар. О, рыбка есть, рыбка ловится. Иду.
пилота беру. Нет, на пилота Мористе, по-моему, дойти. Пилотом дойти? Мористе, наоборот, подойди. Мористе, хорошо, иду. О, она боком просто, по-моему. Или нормально? Нет? Не понимаю. Да нет. А я уже обрадовался, хорошая. Она просто углом пошла. Обмоталась. Обмоталась, да? Я бы даже сказал, маленькая. Трёшечка? О, молодец, о, молодец. Все, молодец, молодец. Зубы где твои? Да сделай фотографию. Максквасу 28. Палка, прототип, скальд. Новый скальд до 23 грамм. Как раз вот снимаем материал для обзора. Вот прекрасно. Все, фотосессия домой. До новых встреч. Пошла, пошла, приятно. А еще и на Uber. Когда на Uber клюет плохо. Ну, судя по тому, тому опыту, который мы здесь получили, получается следующая картина. Когда щука не клюет, ну, в целом, да, там вот в водоеме, там на Волге, здесь. Она вот рот закрыла, она ее и здесь можно вот приехать, не поймать в речке в этой узкой. Вот. А когда клюет, то логичнее ловить, ну, где-нибудь на Волге ее, где удобнее подъехать, удобнее поймать. А сюда ехать только тогда, когда на Волге очень много рыболовов, и точки либо выбиты, либо заняты. Если вот щука клюет, тогда здесь можно прям хорошо отрываться. Как это мы, к примеру, в прошлом году сделали. Вот. Такая вот ситуация. Хороший щука. Что, сачок? Ну да, это, наверное, я, конечно, не понимаю. Сейчас она не сопротивляется почти, но вначале как бы дала. Поэтому думаю, что она зачетная. Тихо. Сейчас она у него устроит матч-шоу. Кто-то говорил, щука полная. Зачем? Давай сюда ее. Ну, нормально. Руку. Перышка? Во, около того, да. Перышка, да? Перышка. Ну и ладно, пусть будет пятерочка. Ну мы ее перетерочка. Развесим ее сейчас. Гусин приехал. Красавчик! Гусин приехал на любимую чебоксарку. Ну как без щуки. Ну вот, собственно говоря. На самом деле на чебе вот так вот вечером на закате щук клюет крайне редко. Ну, повезло, пятерочка. А все это новый лешовский поролон большого размера, наконец-то, и со взрослыми крючками. То есть корешки, прошлись по корешкам, и вот она оттуда из-под коряги клюнула с отдачей. Размер правильный. Не будет крупная щука как бы часто атаковать мелкую приманку, ей неинтересно. Ну, собственно говоря, все. Пришло время ехать домой. Несколько дней здесь, на Чебоксарке, на открытии сезона, пролетели как-то очень быстро. Не сказал бы я, что клев прям был волшебный. Да и размер хотелось бы побольше, особенно судака. Ну, как бы что получилось, то получилось. Нормально половили? Да половили нормально, да. Трофеечка вот только не получилось, блин, поймать. Да. Хотя, да, надежды, как всегда, есть. Шанс был. Ну как, собик до десятку, до отвеча, это, наверное, все-таки не трофей, но приятно. Ну, это можно, уже можно приятно. Считать, да, по крайней мере, чем-то таким приятным. Короче. Приятно, да. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, если интересно. Мы поехали куда-нибудь еще, что-нибудь еще ловить, тестировать. Ну и как бы сможем, покажем. Всем пока.